Я тут кручусь, а ты стой спокойно. Heel should keep the push-up position while partner is moving. Just do this Упор, но да. Артём is not, his idea is just to move. Just to push. Понимаете, о чем речь? Для чего? Чтобы то же самое. Человек сел на коленке рядом, начал рукой давить одно. Вывел это движение. Подбираете. То же самое. Понятно? Но не спешите. Контроль. Не важно, куда ставите, на ноги. То есть совершенно все равно, если вы телом владеете, бадди. То есть терпение должно быть. Контроль. Контакт. Там троих надо. Ну, дело куда-нибудь, не важно. Ну, ничего такого нет. Поставили, и вот крутитесь. Раз, опять подвинулись. Сюда, там, не важно куда. Да, то есть его давление. Давай. Вы должны быть собраны, да? То есть вот раз. Нет, ты не просто ставишь, ты крутишь, пытаешься как-то меня продавить, взять. Я чтобы движение это чувствовал, да? Видно? Понимаете, о чем речь? Чтобы я это движение чувствовал. То есть как мы вот на коленях делали. Давай. Понимаете, о чем речь? Да? То есть, чтобы я мог двигаться. Чего ты боишься? Вот ты успокоишься. Медленно, спокойно надавливай. Дистанция, чего жопу сидит? Вот. Вот человек давит. Моя задача выстроиться. Да? Встать. Лечь.